Здравствуйте, меня зовут Петухов Артем, и сегодня у нас в обзоре среднебюджетное японское удилище класса Rockfish под названием MajorCraft Crosstage Meba Ruka, модель S732M. Удилище имеет длину 7 футов и 3 дюйма, то есть 2 метра 21 сантиметра, вклеенную вершинку, строй Extra Fast и тест от полграмма до 5 граммов. На спиннинге установлены противозаклёстные кольца Fuji K-Frame, катушка-держатель Fuji VSS с разнесенной рукоятью из EVA. Сегодня мы попробуем его в деле с приманками разного типа, то есть с микроджигом, это его основная направленность, с вертушками, воблерами, крэнк. Попробуем отвичить. Что у нас получится, вы увидите. Благодаря короткой вклейке, Meba Ruka получился достаточно жестким в сравнении со своими аналогами с длинной вклейкой. Это позволило расширить его возможности. Палка в руке лежит хорошо, указательный палец легко дотягивается до бланка. Начнем с главного, с микроджига. Чувствительность рук – параметр скорее субъективный. В идеальных условиях я чувствую касание твердого дна грузом 1,5 грамма. Визуально, по кончику, можно отследить падение даже граммовой приманки. Вторым его возможным предназначением я бы назвал равномерную проводку. Вертушки от 2 нолей до 1 отлично отрабатываются живым кончиком палки. Феты и крэнки упористые, поэтому их используемый размер я бы ограничил 3-4 граммами, в зависимости от конкретной модели. Твичинг получается мягкий, но небольшие мину до 2-3 граммов неплохо продергиваются даже мягкой вершинкой. А вот так гнется Crosstage Meba Ruka под нагрузкой. Отловив этим удилищем с начала прошлой весны, я могу смело сказать, что найти конкурентов для него будет крайне сложно. Оно отлично сочетается с катушками размера 2000 и 2500, желательно с мелкой шпулей, как в нашем случае. С толщиной шнура лучше не перебарщивать и ограничиться 0.4 по японской классификации. За это время особо крупной рыбы поймано не было, но щуки до килограмма не составляли труда. Гибкая средняя часть и мощный комель делали свое дело. Нужно отметить, что удилище получилось достаточно универсальным. Оно подойдет не только для микроджига, но и для равномерной проводки вертушек, воблеров в тестовом диапазоне от 1 до 4 граммов, а также для твичинга небольших воблеров Minnow до 4 см и 2 граммов веса. Crosstage Meba Ruka можно порекомендовать для тех, кто еще не готов потратить достаточно серьезную сумму для приобретения высококлассного удилища Rockfish, или для тех, кто только собирается начать осваивать этот тип ловли. С вами был Петухов Артем, ждите новых обзоров.